В сельхозпредприятиях района приступили к уборке пшеницы. На сегодняшний день уже собрано более 60 тысяч тонн зерна. Одними из первых уборочную кампанию начали в хозяйстве «Новопетровское». В хозяйстве Новопетровской пшеницей было засеяно 574 гектара. Для посадки использовались самые рентабельные продуктивные сорта – Сабердаш, Алексеич, Тимирязевка 150 и Юка. К уборке в хозяйстве приступили одними из первых в районе 2 июля. Установившаяся сухая погода позволила набрать хороший темп уборки. Средняя урожайность составляет 65 центнеров с гектара, что выше среднерайонных показателей. Качество зерна 3-го и 4-го класса. Прогнозы на урожай неплохие, хотя за него аграриям в этом году пришлось побороться. По прошлому году у нас было подтопление. Очень тяжело далась нам посевная. Потом в зимний период опять же были обильные осадки. Очень много пришлось бороться за урожай. Ну, все-таки к уборке мы подошли с хорошими видами на урожай. Я думаю, все производственные показатели будут выполнены. Максимально подготовили технику. Пока сбоев она не дает. Людей задействовано у нас тоже в районе где-то от 15 человек на уборке. Поэтому пока у нас все складывается благоприятно. В уборке было задействовано 3 комбайна. В числе передовиков комбайнер Николай Тихоненко, неоднократный победитель трудовых соревнований. Пока погода позволяет, комбайнеры трудятся на полях с 8 часов утра до 10-11 часов вечера. Задача всего коллектива – в максимально короткие сроки убрать весь урожай. Уборка в этом году замечательная, да. То есть и погодные условия дают, позволяют очень хорошо. Ну, приятно работать. Поставки по технике, запчасти, проблем нет. Инженерная служба отлично работает, так как и задействован здесь все, и управляющие, и директор, все. То есть дружно, хорошо. Благоприятная погода, хорошая техника и профессиональный коллектив хозяйства позволили завершить уборку в кратчайшие сроки, всего за неделю. В целом в районе пшеницы засеяно более 22 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже убрано 43% от плана. Средняя урожайность составляет 63 центнера с гектара. В числе передовиков – хозяйство «Кубань». Они первыми закончили уборочную кампанию с наибольшей урожайностью – 75 центнеров с гектара. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События».